Друзья, всем привет! Не надоели вам еще эти коротенькие видео о аквариуме? Значит, что было сделано далее? Корягу я убрал, принес из дома немножко буцефаландр. Ну вот, пусть осваиваются. Это всем известная Калакуян 1, а вот это не помню, что это. Нужно смотреть в записях, что это у меня было такое. Значит, что было проделано? Вот дощечка, которая была изначально. Вернее, вот которая была изначально, вот которую я поставил потом, на которой стоял уже аквариум. И я вернулся все-таки вот к этой концепции. Так вроде бы красивее. Гармоничнее, что ли, да? Вот, потолще древесина, я ее вскрыл лаком. Вот, подложечка, все как положено. Водичка немножко белесая, но это не важно. Я, скорее всего, привезу 20 литров воды со своего аквариума. Вот, для быстрейшего запуска. Буцефаландры, как я уже говорил, буду клеить суперклеем, либо как-то располагать вот в камнях. Ну, посмотрим. Тут будут буцефаландры. Так, свет на 10%. Свет всю ночь, кстати, горел. Вот так вот на 100% он горит. Вот. Уже как-то, да, живенько. Тут даже где-то одна улитка есть живая. Значит, что я проделал? Вот, вот так вот сделал отверстие. И у нас тут живет нагреватель. Акваэлевский нагреватель. Он просто греет водичку в фильтре. Получается такой проточный нагреватель. Ну вот он всю ночь работал, не знаю, градусника нет, какая температура, насколько она поднялась, но понаблюдаем. Может быть, он отключится когда-нибудь, а может быть и нет. Вот. Пока как-то так, ребятки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить продолжение с вот этим аквариумом на 22 литра. Так, все, 5-10% ставим, и пусть он потихоньку вот так вот и работает. Все, всем пока!